Всем привет! Сегодня у нас будет великий человек, законопоставленный хозяин, можно сказать, вселенной Наруто, который всему этому людей научил, дал, подарил им ниндзюцу, гендзюцу и всякую там чакру. Жалко, что у нас такого человека нету, но что поделать. Хагорому, как всегда, рисуем с глаз, глаза весьма тонкие и, можно сказать, проблемные, наверное, я не знаю. Морщины у Хагорома, поскольку он, ну, можно сказать, особенно, ну, как взрослый человек. Очень много морщин. Да. Нос у Хагорома заслуживает отдельного внимания, потому что, ну, все же это как бы носище, да? Такого носа в аниме в основном не рисуют, но тут они решили сделать ему такой нос. В целом, это потому что он старый. Потому что у взрослых людей нос как бы больше. Интересный факт. Нос и уши растут всю жизнь. Живите теперь с этим. Особенно те люди, у которых уже сейчас большой нос и уши. Это проблема. Вот так-то. Вот таким вот образом мы рисуем ему нос, потом рисуем такую вот улыбку. По бокам мы сделаем сразу же волосы, и после чего сразу же спустимся к бороде, которую мы уже нарисовали. Просто одной линией так, шух, вниз к бороде.